друзья, всем привет, с вами Алексей. Сейчас мы находимся в аэропорту Домодедово. Мы встречаем девушку из Кыргызстана, с Оша. Она написала нам сообщение, что она мать-одиночка с ребенком. И попросила Настю помочь переправить ее через Мексику в США. И мы решили полностью сделать фильм, заснять эти моменты прохождения от начала до конца, от А до Я. И сейчас мы встречаем ее в аэропорту, вот, и как раз она на подходе. А вот и Айну. Здравствуйте. Как долетели? Хорошо, Меня зовут Айнура. Ага. Перелет был долгий. Бишкек, Новосибирск, Москва. 9 часов. Ага. Очень устали, переживали, боялись. Ага.